20 декабря завершится прием заявок от жителей города на благоустройство общественных территорий. Пока в мэрию поступили только 4 заявки. Еще как минимум 3 в стадии доработки и будут представлены в ближайшее время. Напомним, что в этом году по программе формирования комфортной городской среды удалось придать совершенно другой вид площади Ленина, участку набережной Уводи в центре города и Троицкому скверу. На благоустройство направили более 120 миллионов рублей. Сколько средств выделят на этот раз, пока не ясно. Но с вновь поступившими заявками порядок работы будет такой же, как в этом году. В следующем году мы будем проводить точно так же в какой-то форме рейтинговое голосование для того, чтобы определить, какие территории будем реализовывать и уже отталкиваться от того, сколько денежных средств у нас есть. Среди заявок на будущий год – мемориал «Красная Талка», 2 участка набережной реки Убыть и территория в микрорайоне Московский. Причем жители последнего будут пытать счастье во второй раз. Год назад заявка не прошла, потому что земля была не в собственности муниципалитета. Теперь эта проблема решена. Горожане мечтают, чтобы здесь появилась благоустроенная зеленая зона. Мы бы хотели видеть здесь сквер, дополнительные парковки, потому что проблема в данном микрорайоне – все время парковочные места, дополнительное освещение – также какую-нибудь небольшую сцену для того, чтобы могли проходить мероприятия для наших детей. Пока из достопримечательностей в Московском микрорайоне только хоккейная коробка и современная спортивная площадка, которую установили в этом году. А сразу за ней необихоженная территория, о преображении которой и мечтают жители. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.